Сказочные архитекторы. В одну из снежных зим густой снег медленно покрывал улочки небольшого купеческого города, превращая его в волшебное зимнее царство. В тот день три друга, Миша, Вера и Денис, на чердаке своего дома обнаружили старинный чертеж, который, как оказалось, мог превратить любые мечты о зданиях в реальность. Найденный рисунок представлял собой здание, о котором, погружаясь в приятные воспоминания, могут сейчас поведать только старожилы. Согласно их рассказам, этот дом обладал волшебной силой, и его магия была связана с древними тайнами. Ребята, мечтавшие о том, что когда-то в Яранске появится дом, где картинки, как в старых сказках, оживут и будут двигаться, рассказывая истории из прошлого, отправились в путешествие во времени. По мере того, как они приближались к центральной площади города, облик зданий вокруг менялся, улицы оживали, наполняясь суетой. Возле старого рынка друзья нашли подходящее место и начали строительство дома своей мечты. Волшебный чертеж словно бы оживал в их руках, и здание медленно возникало на площади. С появлением каждого нового элемента старые купеческие дома оживали и начинали двигаться, словно призванные к жизни волшебством прошлого. По мере того, как дом приобретал свои первые контуры, улицы заполнялись горожанами, искренне удивленные тем, что перед ними растет что-то новое и волшебное. Весь город собрался на площади, а дом наконец-то обрел название – кинотеатр «Россия». Друзья, довольные своей работой, смешались с толпой, увлекшись гулянием и общим весельем. Они поняли, что воплощение мечты в реальность может приносить счастье и вдохновение, перенося нас в магический мир прошлого. 12 ночи. Часы в домах бьют начало нового года. А во времени еще много столетий назад рождается идея кинотеатра, который был открыт в июле 1960-го. Когда раздался последний удар часов, в воздухе зазвучали колокольчики, и волшебный свет озарил улицы. Миша, Вера и Денис улыбались, понимая, что волшебство возможно, если верить в него всем сердцем.